зончик только. А, хотя скайп его опять убавил, так что забей. Привет, привет. Если что, мы... Да, да, мы уже в эфире, так что особо, да, да, особо спойлеры, инсайдики и прочее говорить можно и нужно. Хотя... Я только запустил, если честно. Я сейчас... Чуть-чуть. Ну, чуть... Да, я просто хотел бы убедиться, что трансляция пошла для начала. Задержка же есть на стриме. Поэтому вот сейчас и звук обратно поставлю. Не знаю, мой компьютер что-то со скайпом делает. Он просто убавляет все звуки, когда кто-то звонит в скайп, ну, когда я беру трубку. Не знаю почему, ненавижу его за это, ну да ладно. Я вижу, что меня уже позвали. Кстати, автоматический турнир только в Лотвии. Ой, не Лот... Да, в Лотвии. Что у нас еще интересного? СК2 Improve Fix сегодня. Тоже неплохо. Интересно, кто-нибудь из наших там играет? Можно глянуть. А может быть и нельзя глянуть. Сейчас посмотрим. Так что пока... раскочегаримся немножко, а дальше уже как пойдет. Угу. Ясно. Жаль. А, кстати, скоро совсем уже стартуют и другие командные лиги. У нас вот в этом месяце их раз, два, три, четыре. Четыре лиги, да? Да, да, да. Это будет очень здорово. Много лиг. Что ж, и ты как менеджер. Я понимаю, что ты как менеджер, наверное, должен будешь ответить на этот вопрос, что всем лигам мы будем уделять внимание и т.д. и т.п. Ну, лично для тебя какие наиболее важные, да, вот где, например, бы хотел, чтобы команда показала наиболее высокий результат? Ну, ты знаешь, по всей видимости, наверное, самая такая вот в сентябре для нас будет важная лига. Это как раз именно сегодняшняя лига от команды Monolith, UATL, сокращенно она называется. По простой причине, что там играет большинство именно тех команд, которые соперничают с нами на всевозможных лигах и турнирах. Это было на Каскад лиге, это было на РСТЛах неоднократно, то есть на СК2 импрувах и тому подобное. Безусловно, и играет большую роль призовой фонд, который составляет ни мало ни много $700. Я очень рад, что у нас появилась в СНГ еще одна организация, которая организовывает вот подобные такие мероприятия, лиги, турниры, что очень приятно видеть и слышать. Что немаловажно, это то, что можно теперь сказать, что Каскад — это не единственная команда, которая, знаешь, там занимается развитием киберспорта в СНГ. Так, ну что ж, ну, кстати, составчик-то у них нынче очень добротный у монолитов, что тоже очень радует. Много, скажем так, парней, которые умеют и очень неплохо умеют играть StarCraft. Вот я вижу Вайта на канале, интересно, это тот самый игрок монолитов или просто... Возможно, возможно. Я, кстати, с сегодняшними нашими соперниками совершенно не знаком. Тим... Ну, Team Heralds Esports. Команда, в принципе, существует уже довольно длительное время, потому что эта команда принимала участие в 6-м сезоне Каскад Лиги, только во 2-м дивизионе. Именно эта команда как раз была из 10 команд, которая как раз принимала участие во 2-м дивизионе. Не сказать, что это сильный соперник, не могу сказать, что это и слабый соперник. То есть есть игроки, которые могут удивить, но по сути, глядя на сегодняшний лайнап, я
Вообще не могу сказать ничего ни об одном игроке. То А есть, единственное, я могу сказать только об Шведе персонал, который совсем недавно находился в Академии Каскадов. Но из-за того, что был замечен во многочисленных нарушениях, то есть БМах и тому подобное, был исключен из Академии. Вот так вот. По остальным игрокам, к сожалению, я ничего сказать не могу. Ну, могу единственное сказать, что сегодня мы увидим Касса, сегодня мы увидим Мефисто, Френда и Адон Минуса. Именно вот такой вот у нас состав на сегодня с командой Team Heralds eSports. А вот это те самые, которые... Они название не меняли свое, потому что есть же очень одна команда с похожим Да, названием. да, они были под названием Team Heralds of Apocalypse. Да, это именно та команда. Но почему приставочка у них немножко сменилась, я, к сожалению, Ну, не знаю. сменилось и сменилось. Я думаю, что... Может быть, им Кстати, больше White понравилось. будет стримить сегодняшний наш матч. Еще один стрим будет. Их будет всего три. Два русскоязычных. Это наш и White, и один от команды Team Heralds. Ну, главное, чтобы соперники подошли, потому что что-то я как-то не особо вижу. Я так полагаю, вот мы с тобой, еще один стример, и Вайт, и наши игроки. Да, Что-то... сейчас я напишу, чтобы ребята заходили. Что по составам? Что по составам? По составам, сейчас я Какие тебе пары? кину ссылочку. Пары у нас, значит, следующего образа. Первый у нас начнет Мефисто. Это у нас будет ПВТ. Ему будет противостоять некий Несноу. То Это есть тир. потом у нас будет играть Аден Минус с Эрхауст, немец. Это нас будет ожидать ПВП. Ну, в принципе, мы увидим сегодня все матчапы, потому что Кас будет сыграть против Зерга, против Часа, норвежца, и Memory Freak, он же Френд, у нас сыграет как раз с бывшим своим тиммейтом персоналом. А где он? А, как раз вот он раньше играл за Каскад, да, вот персонал. Или я неправильно что-то понял, почему он с Френдом тогда бывший тиммейт? Что-что? А говорю, вот персонал это бывший игрок команды Каскад, правильно? Да, Академия. Да, все чудесно. Что ж, ссылочку я открыл. Да, но вот сегодня Френд может не сыграть, может до него очередь не дойти, или все-таки по правилам все четыре игры будут играться. Нет, по правилам вообще ситуация такова, что первая команда, которая набирает 3 Ну, балла, все, сразу заканчиваем. да, она заканчивает клан вам Все своей победой. хорошо. Чудесно, чудесно. Заходит у нас Несноу, и я думаю, что, наверное, я буду создавать карты, чтобы не было Давай особо я по-быренькому задержек. создам, чтобы смотрим там, Давай, как давай. какой только скажи. Monolith Madness. Moonlight Madness. А по-русски я не помню, как это называется. По-русски? Я сейчас тебе Sorry. скажу. Сейчас скажу. Ну, нам еще пока не особо можно торопиться. Я вижу, что наш игрок в игре. Так, значит... Так, Лунный мир вроде. А, Лунный мир, отлично. Вот жалко, что карты не указываются вот в этом вот списочке. Лунный мир, да? Сейчас, секунду. Ну что, ребят, закончилась у нас Каскад Лига, но не стоит расстраиваться, потому что у нас начинаются новые лиги, новые задачи для каждого коллектива, не только в СНГ, но вообще и Европы. Увидим мы, кстати, на
лиги от команды Monolith, корейские и американские команды. Но корейские, наверное, нельзя сказать, что это команды топ-уровня. Но, тем не менее, приятно, что такие коллективы будут принимать участие. Напомним, что лига официально у нас стартовала вчера. И несколько сенсационно наша академия выиграла у команды Mindsanity. Но победа эта немножко интересная, потому что она у нас числится как техвин. Соперники не явились на матч, соответственно, академия на ближайшие дни возглавляет свою группу Б. Основной состав у нас попал в группу С и, соответственно, имеет таких соперников. Это Team Heretics, с которыми сегодня наша основа сыграет. Ну а также Euronix Gaming, Upscore Gaming, Imba, Noid Blanche, Carnage и 7X. Групповая стадия будет для основного состава длиться до 25 сентября, до моего дня рождения. То есть я все порешал, чтобы до моей днюхи все закончить. Ну, я думаю, что может быть могут быть какие-то переносы. Возможно, конечно, безусловно. Без этого не обойтись, переносы в любом случае будут за счет того, что много лиг нас ожидает осенью, да, и по сути многие менеджеры, многие игроки не только играют каждый день, но также занимаются своей личной жизнью, поэтому возможны переносы. Да, приветик всем, кто подходит. Мефисто у нас, Мефисто в игре. Так. Я ему написал, то есть он закончит и зайдет сразу же. Mm-hmm. То есть у него время, в принципе, еще есть. Заинвайт, пожалуйста, Чувайта. Да, потому что я его пока не вижу. А кого зовете? Вайта. А, Вайта? А, Вайта я инвайтил, но он что-то отверг. Ну, давайте еще раз пригласить в игру. Ой, надеюсь, не так слышно это было. Да, да, вот я позвал его. А, вот, вот надеюсь, на этот раз примет. Отклоняет приглашение в игру. Вижу. А у вас этот комментатор? Так, все, инвайт Вайта. Видимо, какие-то проблемы у него были. Он написал, что сейчас все окей. Ну, бывает. И мы ожидаем. Здесь все свои, так что с этим проблем не будет. Почему стрим офф? Да вроде как нет. Может быть, у кого-то проблемы.